Йоу, всех приветствуем, с вами группа Античитер, с нами Данск, мы начинаем стримить турнир от проекта Дестро. Супер крутой турнир. Кеша, представь, пожалуйста, состав играющих команд и кто у нас сегодня играет в первой катке. Так, сегодня у нас играют Team Secret. Они начинают сейчас ножи за синих. Так, играют там Димок, Флэш 66. Вова, Лав. Миша, Нел, матерая слива. Тиксер и Ворс. А, Ворсет бой. Пик. И вторая команда начинает за атаку. За красных. Вот, эта команда называется No Game No Life. Там играет ASD, слабый Плауер, In the Store Wolf, STI и Юрема Р. Спасибо большое, Кеша. Кеша представил сегодняшние команды, которые с трудом, через полчаса после начала графика этого турнира, все-таки начали эту игру, уже порезались. И, кстати, мало квадрат аркадит команда Team Secret. Очень хорошо, пацаны, заркадили, на минус 3 уже дали. И атака застряла в большом квадрате. Их пытаются зажимать с перемычки, но пацаны пытаются работать с пистолетами. И в итоге их уже обходят со спины. Ребята не перестреливают последнего Нелла. Ну, еще становится 1-0 в этой пистолеточке. Миша дает уже 3 фрага. Напоминаю, ребят, только что присоединился. Я делал голосовалку у нас в чате. Будем перед каждой каткой делать какие-то такие вещи, где вы сможете вот эти баллы ставить на определенный исход, который мы будем составлять при голосовании. В общем, 1-0. Все нормально, мы поехали. Здесь нет такой движухи, как на прошлом турнире фаскаповском, где учитывался тимкил на турнирном раскладе. Здесь все как в матчмейкинге, в общем. Здесь только с хаешки свой урон читается, поэтому такие дела. Ну и первые минуса пошли под малым квадратом. Забрали 2 девайса игроки команды атаки и пытаются проходить шорт. Арена, ребята, проходит. Уже по девятке есть игрок команды защиты. Это Миша, он готов здесь закрывать бэплэд. Отлично переводит Миша. Минус 2 дает Нел, отлично. 8 хп оставляет ему, но STI заходит в спину, дает минус, есть размен. Ну и 1-1 ситуация в постразменном ситуации в раунде. Небольшая тавтология от стримера, ничего страшного. 1-1, врывается игрок команды защиты на плент и дефит до конца просто, но STI с девятки забирает ворсет боя. Ну и счет в игре сравнивается 1-1. Вот такие вот пироги. Это ошибка, да, была? Правильно я понял так? У кого? От команды защиты. Не знаю. Вроде как нет. Ну, они поджали малый квадрат. Немножко они ошиблись. Они прекрасно знали, что будет форс. Да, они видят просто картинки и, соответственно, пытаются как-то пацанов уже так брать. Вот, Миша заркадил с диглом малый квадрат. Здесь сразу же есть размен. Он дал минус, но есть подобранный девайс у защиты и не дают малый квадрат отыграть игроки команды защиты. Накидывается флешка и запирают уже в респе Дуримара. Он будет уходить, но атака с девайсами вроде как пока справляется и через коты вываливается на плен. 2 в 4 ситуация в раунде. Игроки команды защиты, ух, забрали лава на меде. Флеш последний, 1 в 3 остается игрок команды защиты. У него 30 хп и, по-моему, даже нет армора. И уж тем более дефуз китов. Здесь очень густой смог. Его пока не видят, но все-таки простреливают. И второй раунд отправляется в копилочку No Game, No Life. Арабеска вообще играет на турике? Арабеска, он на Фьюри чемпион, поэтому, к сожалению, он принимать участие на этом турнире навряд ли будет. Я добавлю. По поводу Арабешки, я вчера с ним общался, он сказал, что сегодня переезжает в новую квартиру, темную, так что он сегодня отсутствует. Все понятно, достойно и уважительно, что самая главная причина, чтобы не играть в турнир. Ну ладно, тем временем игроки команды... Ох, опять Миша аркадит малый квадрат, как я понял, но его здесь забирают. В паре со своим тиммейтом Сиксером пытался он заркадить малый, но их поймали. У игроков команды атаки пока преимущество по девайсам. Ребята просто расправляются на изи. Счет становится 3-1. Ребята взяли свой форс, напоминаю, 3 раунда назад. Ну а теперь будет полноценный закуп у защиты. Появился, кстати, авик у флеша. Есть еще девайс и есть респаун, кстати, у флеша. Он может быстренько так в стиле Джаспера Уэкселя и KJV заркадить что-нибудь и дать минус, уйти и... нет, он будет просто смотреть мидл. Подсадка мидл. В общем, укрепляют мидл игроки команды атаки. И подсадка есть на Джексон. Подсаживают сюда именно Нелла. И 4 под Аплантом. Защита сразу будет начинать этот раунд. Забирают. Отлично. Выход на мидл не удался. Без флешек, без ничего. Слабый пытался открыться. Флеш. Забирает малый.
Есть еще и аркада с малого квадрата. В общем, защемили мало, и попытка перестреливаться здесь перемычкой. Коты должен увидеть смог. Отлично, лав забирает Дуримара, последний STI. Ну и вот девайсы. Девайсы у команды защиты работают. Ребята слили два раунда подряд после проигранного второго. У них появились девайсы, и все-таки пацаны забирают второй раунд в свою пользу. Счет становится 3-2. Параллельно с этим, я думаю, что уже игры первого тура в параллельных встречах закончились, а здесь жестко. Да, вот такие вот дела. Кеша красавчик, да, Кеша красавчик, это без сомнения. Ну и продолжают игроки команды атаки играть с девайсами, но у них уже форс-бай, у кого-то есть дигл, направляются они под малый квадрат, здесь ловить аркаду, скорее всего, но Дуримар не увидел никого на выпаде. Зика сейчас может убить в спину игрока, который спускается с шарта, но да, все-таки убивает Сиксера, отлично, будет забирать еще и девайс, и можно уже порастягивать игроков команды защиты по всей мапе. Ну и Миша, кстати, поджимает коты. Есть уже минус от атаки. Но поджал на информацию Нел. Но здесь один игрок остался отвечать за большой квадрат. Нел тем временем на информацию уже зажал. Поджал коты в упор. Его здесь ждут. Флэш отыгрывает под Б-плантом. Ну и забирают игрока в большом. Атака, где она сконцентрировалась. Это малый квадрат, пачка руки. И пацаны стягиваются на мидл. Главное сейчас тайминг поймать Нелу при приеме Апплента, иначе здесь ему не поздоровится. Ну и он будет принимать мидл, он уже понимает, что двое бегут с мидла. У него есть информация, он прекрасно слышал этих игроков. Ну а дальше дом, пацаны идут в дом, отлично, но здесь их ловят. Еще и хаешка в ноги залетела. Хорошая перетяжка с дома от флеша, и счет в игре сравнивается 3-3. Вот такие дела. Хей, Кайл. Хей, Кайл. Хеллоу, Тройкин. Стример, ментатор. Дуримар — это родственник Вальдемара нашего кремлевского. Не знаю. Ладно, у нас поджим медла, кстати, от защиты есть. И все пять игроков команды атаки форсбаем идут в малый квадрат. Сразу же есть поджим. Воу, сел, зажал, но всего лишь на минус один. Это фаскап, все нормально. И поджим Зика также есть у защиты. Ребята здесь фармят в малом квадрате. Но атака уже зашла на Б-плент без пачки. Это плохо. Пачка осталась в малом квадрате лежать. Я думаю, до конца раунда. Но пацаны могут с диглами, в принципе, еще что-нибудь придумать. И Нел шифтит, не идет на Б-плент. И игроки команды защиты не понимают, где же оказались два атакующих бандита. Есть перестрелка и контакт диком. Отлично, Миша, по-моему, даже прошил игрока по планту. Флеша забрали в зиге, 1 в 3. В доме последний, STI. Ну, еще минус сделает. Я думаю, что будет трудно ему это сделать, учитывая, что по нему 100% информация. И девайс у защиты, это отлично для них. И счет в игре становится уже 4-3. Вот так вот. Кирилл, тебе Дисней привет передавал. А я, к сожалению, не могу ответить ему взаимностью. Вот такие дела. Банкир на подработке стрима. Да, есть такой Владик. Продолжаем смотреть. Атака, играя с диглами. Двое пошли в каналку. Ой, раунд Нави. Оу-е, щит-бой. Два в каналку, остальные даже, по-моему, три игрока. Да, три игрока в каналку. Ой, в каналку идет Warsetboy. Вот это пацаны читают игру, на самом деле. На восьмом раунде одновременно и атака, и защита пошли в каналку. И вот здесь сейчас будет прием. Минус один, минус два и минус три не было. В итоге есть разменчик и диглы, кстати. Хороший поджим медла. Warsetboy немножко офонарел после такого мува 3 в каналке. Но ничего страшного. Главная информация. Вместе последний. Интересно, знает он здесь эти прострелы на плен? Нет? Нет. Он все, он уходит. И как и в предыдущем раунде, он остается 1 в 3. О, нет, по нему не попали. Хотя было близко. Но STI будет подниматься с каналки. Вот здесь зажимают. И 5-3. 5-3 у Team Secret. Кеш, как ты думаешь, что нужно придумать атаки вообще в данной ситуации? Кеш, наверное, замутался, да? Ну ладно. Наверняка. Ну вот. Where's the link of tournament? Tournament on vk.ru. Такие дела. Выиграть турик, скинуться на дата-центр Макс Пейна. Да нет. Навряд ли. Поджим медла, кстати, снова от игрока с ником Warsetboy. Отлично, на минус 3 пацан проработал. Причем еще и живой остался, но всего лишь 5 хп. В итоге снова завладевает малым квадратом пацаны из команды Нела.
У Нелла, кстати говоря, уже 12 фрагов. Кто делал ставочки за то, что он сделает 30. В принципе, мы можем это лицезреть. Но пока рано еще об этом говорить. Лав тем временем. Друг Кеша аркадит большой квадрат. И нет, не зажимает последнего. 6-3. Team Secret берут еще один раунд. Это уже серия из 5 раундов подряд. Нет, он просто замутался. Параллельно смотрит, я так понимаю, по ХЛТВ. И аналитика будет обязательно в перерыве, так что вы не переживайте. Он сейчас записывает тетрадь Зоника, там все моменты, что можно было сделать, что придумать, какие раунды не получилось, что можно привнести в тактику игры команды, вот, чтобы не допускать таких ошибок в дальнейшем. Вот. Ну и снова форсбой атаки, два девайса у них видим. Первый минус от защиты, есть размен в Зиге, я так понимаю, да. Здесь Нелл отдался при поджиме. Забрали еще и Сиксера, численное большинство получает атаку, и ребята могут зайти на Б-план, здесь их на ближайшем тайминге никто не встретит, надо пачку забирать, ну и один остается запирать спину в малом, но малые игроки команды защиты не отыгрывают. И причем, смотрите, не торопятся, они стягиваются, накидывают гранаты через верх, ну и Ворсет Бой уже рядовый, вырывается все-таки на Б-план. Здесь Лав под девяткой, его тиммейт на девяти, все, пошел ретейк Б-планта, дается уже минус два, ну и флеш заканчивает минусом СВП этот раунд. 7-3. Очень мобильный раунд прошел в исполнении игрока команды атаки. И ребята все-таки берут. Берут. No problem. Да, у нас появился так называемый буржуй в чате. Поэтому пацаны его там по максимуму, кто шарит в английском, предоставляйте сетку, все дела. Я, к сожалению, в английском не особо. 7-3. 7-3, и снова девайс у атаки. Ребята уже, по-моему, просто закупаются первый армор, АК, и дальше уже как получится. Тем временем поджим медла, защита. Причем постразменной ситуации 4 в 2. Ну, не успеваю, на самом деле, смотреть за минусами. Тут только на табуляцию можно смотреть. И все. И больше ничего здесь придумать нельзя. Но на шифте, пацан, с малого, на шифте. Слабый плеер, я специально сейчас посмотрел, он на шифте секунд 20 уже переходит с малого большой квадрат. Это, конечно нечто. Кеша оценит этот мув, причем он почти беспалевно это сделал. А, кстати, его до сих пор не чекнули, вот теперь уже Сиксер, да, Сиксер все-таки сконтактировал с ним. Ну и 8-3, первая половина за Team Secret. Не, сегодня помимо этой игры еще какие будут в эфире, я не знаю, пацаки, что нам организаторы скинут. Единственное, что все мы и вы хотите посмотреть игру команды Пети против литовцев. Это единственное, по-моему, противостояние за сегодняшний игровой день, где будут встречаться П и Г скиллы друг против друга. Поэтому на этот матч, я думаю, мы должны успеть в любом случае, а все остальные катки как получится. Вот. Такие вот дела. ВХ оф, не комментатор, с читами играет позор. Эх, ну ладно, что вам, пацаны. Это Паркер. Это его профессиональный род деятельности вычислять прямо в эфире. 2-2 в 3 ситуация на карте. Ну, здесь, в принципе, озвучивать-то нечего. Вы сами видите всю движуху. Здесь нет никаких каких-то жестких командных действий. Исключительно перестрелка, особенно малый квадрат. Поджим. Парный. Вот, матерый слива. Миша заходит в спину за нож. Миша! Нет, он просто забирает одного из тебя, и у него уже становится 16 фрагов по табуляции. Если не было бомбы, то он уже близок к 30-очке. Ладно, во второй половине избавлять обороты, и все получится. Кирюха, хочешь я аналитику? Ну, если хочешь, Юр, могу тебе скинуть TeamSpeak. С Кешей пообсуждаете. 8-8, хотя у нас атак уже много. 9-3 счет в игре. Уж очень быстро развиваются события в этой игре, ничего мы не успеваем. Поджим тем временем, банана, Сиксер. Ой, Сиксер здесь забрал. Ну, они с Неллом разбирают здесь, в Соляново. Вдвоем, точнее. Банан. Да я не успеваю смотреть, вот на самом деле. Че, за кем следить? STI последний, STI будет подниматься в каналке, и здесь добавить нечего. Кайл за кого на турнире? Не скажу. За мустангера, пацаны. Всю жизнь за мустангера. После того, как он лан выиграл. Почистил плиты, выиграл лан. Все. 10-3. 10-3, и Team Secret нормально так уже отжигают. И два раунда до конца первой половины. В принципе, здесь no game, no life в этой игре мало, что может помочь. Но напоминаю, кстати, что в каждой группе есть по 5 команд, и из группы в плей-офф, стадию плей-офф выходит по 2 коллектива из каждой группы. Ну и плей-офф у нас начнется в
пока не знаю точно. Миша, кстати, поджимает отлично, зажим, но здесь его ловят с малого квадрата. На этот раз в малом все-таки забетонировались, пацаны не дали ворваться игрокам защиты, но тут еще и перестрелка против Сиксера, отлично, есть поджим, лав, его ловят, и 1-2, флеш последний, он с авиком будет перетягиваться с сотки, его должен сейчас законтрить слабый плеер, он уже что-то знает о последнем. Да, видит, видит сотки игрока последнего защиты, ну и STI побежал за пачкой, и куда он будет выходить, пока неизвестно. Флэш тем временем последний, ему накидываются гранаты, его здесь плотно будут принимать, еще и дым дают. Ну, в общем, пацаны профессионально подошли к решению данного вопроса. Гранатов. Оп, гранат очень много, ну и отлично разыгрывает раунд. Вот этот раунд Кеша оценит по-любому. 10-4. 10-4. Мустангер в онлайн раскрыться не может, на лане мораль закроет всех. Морально, на морали, да, чисто. На автобусе. Переедет. Салам алейкум, Кайл, здорово, Русик. Продолжим смотреть. Последний раунд. По традиции открываем табуляцию. 21 уже Нелл отыгрывает. Ему 9 фрагов. И ставочка. Ставочка зашла на самом деле. Worst boy дает уже 2 минуса. Миша тоже поджал мидл. Пытается нашивать в дым. Пока не попадает здесь дым, но хаешка задела игрока, выходящего на коты. И будет перестрелка. Бой с тенем. Два пацана в смог пытаются шмалять, но пока безуспешно. 2 в 3. Защита в чистом преимуществе. Ох, какой тайминг хороший. С малого все-таки выполз. In the store wall. YNG. И флеш последний против ASD. Не попадает с авиком, но пытается... О, хорошая гранатка. Фейерверк нормальный зашел. 12-11-4. И переход. Переход у нас. 5 литров. Почели речь. Мужчина. Почече. Серб. Вот ты в натуре серб. Вот такие вот дела. Что у нас, пауза? Да, пауза. Что, Кеш, как тебе игра? Так, аналитика от профессионала. Всех приветствую. Игра. Как игра? Да так, игра. На самом деле, как бы, Deep Secret они поджимают, но у атаки были проблемы. С гранатами вроде стреляли в моментах неплохо, но командными взаимодействиями все плохо у пацанов. Кинские гранаты ребятки не знают. Вот. Я увидел только за атаку, что они на сабвей ходили, бутерброды себе делают, и все, как бы за ящиками сидели, хавали это. Вот. Больше я от них ничего не увидел. Посмотрим, что они придумают сейчас за защиту. Вот. Понял, думаю, спасибо, Кеш. Еще спасибо. Пару слов добавлю. Угу. Им надо стрелять только в арбузы. Вот. Только отбивать арбузы. Нормальная больше тактика. Нет. Пожелаем пацанам удачи. Надеюсь, они услышат потом записи на пустое Кеша. Им будет стыдно, если они этого не сделают. Поэтому 11-4. Продолжим смотреть эту захватывающую игру. На самом деле, по скиллу, видать, ну, видно, что не хватает. Но game no life. Team Secret чуть-чуть повыше уровнем, пацаны. Но и движуха-то вся складывается у нас по всей мапе в атаке. Ребята полным стеком никуда не выходят. И в итоге перетягиваются под большой квадрат. Лав дает здесь минус. Пошумели с малого и пытаются давить. Все отлично. Задавили плент. Ух, лав уже дает много минусов с дигла. Как минимум 2 я уже заметил. На нож. Забрали, да, забрали из Сиксера. Ну и 12-4. Хорошая пистолеточка. Team Secret забирает раунд в свою пользу. Лав с ВХ. Все видели это? Да, лав с ВХ, наверное. Отличная игра. Спасибо комментаторам, аналитику данного турнира. Спасибо. Спасибо за комплименты, друг. Напиши, пожалуйста, по-русски, как твой ник читается, иначе я боюсь ошибиться при его произношении. 12-4. Счет в игре становится. Сиксер. Ну, тут вообще пацаны забревают мидл, не дают аркадить. Ну, и Сиксер просто вошел в кураж, залетает на аплент. Но здесь уже лав. Ну, его не могут убить, пацанов, конечно. Здесь не хватает по стрельбе. 13-4 и ближе и ближе концовочка этой игры. Топ-комментатор назначил лайк. Спасибо. Здорово, старик, здорово, Гаша. 13-4. До конца игры можно смело сказать, что осталось совсем немного раундов. Навряд ли будет здесь кама-пуля. Ну и поджим медла, кстати, от защиты. Ребята с диглами решают на отца поджать. И отлично! Забрали тут главного за
атаку, можно подобрать девайс, но пока пацаны не торопятся развивать успех. И кто-то был даже АФК у атаки, я так понимаю, пацаны не торопятся выиграть эту каточку. Ну и здесь перестрелка с медлом на самом деле. Опа, Джим. Оу, Сиксер ловит дым из Тиая, который пытался просто ноге поджать. Естественно, его здесь законтрили. И под Джексоном и в пункту позицию защиты. Слабый плеер. Ой, хорошо. Поймал Сиксера. Минус. О, хорошо дал. Ну, а дальше пока. Пока, но... Да, пока. Пока. Вот, в принципе, все. На этом достаточно. 14-4. Атака стремительно рвется вперед. Ну, ребят, это групповой этап здесь. Наверное, большинство игр примерно таким же образом будут проходить. Вот, особенно, когда будут играть команды против явных фаворитов своей группы. Но, надеюсь, хоть что-нибудь интересное, изобретательное мы будем периодически наблюдать в катках. Ну, а пока подсадка в планту от защиты. Ребята берут девайсы, укрепляют апленд. Но, ну, как девайсы у них? Как бы всего два их на всю команду, три дигла. И подсадка в планту. Укрепление такое плановое. Ну, а так, а что-то пацаны как-то это... Шифтят, ребята. Тут все грамотно. Под финскую флешку. Флеш. Накидывает флеш. Вот так вот. Хорошо прям. Сиксер забирает слабого. Попытка проходить дальше здесь. Ну, я так понимаю, Сиксер, он просто в роли разводящего на апленту. И он один выходит на апленд. Мидл практически ему не помогает. И его в итоге забирают. Также Миша перестрелял позицию по Джексонам, 4 в 2, ну и защита, вот игрок Дуримар зажался на своей респе, дает минус. Вот почему вчера на стриме было очень сладко, я смотрел стрим, ему очень понравилось, когда его так убивали с респы. Это были крутые эмоции. Надеюсь, игрок команды атаки испытал сейчас примерно то же самое. Ну и 1 в 2. Пока пацаны не решили, куда они с пачкой пойдут, а просто пачку перекинул на... In the store of 1G пытается читать эту игру, перетягивается в дом. Вот. И... Ну, здесь его будут встречать. Ну да, по идее, лав должен таймик ему совпасть. Все, он еще и спалился. Лав все слышит игрока, это в сотке лаз. Ну, пацан просто уже как бы это... Нервишки сдали. Не стал он шифтить. Начал тут поясничать, стреляться. Ну и, в общем, спалили его. 15-4. 11 матчпоинтов в основное время этой игры. Как бы странно это ни звучало, но примерно так. Примерно такие вот дела. Ну, защиты закуп на все деньги. Флэш продолжает играть с Авиком. Поджим котов. Вот, защиты нет. Все-таки пацаны не жмут, но и пошли сразу фраги за атакой. 5-4. Ну, сложно такую игру смотреть, когда... Очень мало такого сопротивления должного, да, и здесь у пацанов практически нету шансов даже просто на какие-то минуса. Хотя в постразмене они пытаются, стараются, но дальше атака выравнивает положение в свою сторону. И 2 в 3 под конец флеш заходит своим тиммейтом. Оу, вот это лав, вот это головошот. Отлично. 16-4 и первая игра этого... захватывающего эфира закончилось. Кеша, вам слово. Так, что могу сказать? Ребятки за вторую сторону ничего, опять же, не показали. Не было никакого тимплея, ни поджимов. И команда Team Secret закончила уверенно свою сторону, наказав пацанов. Вот. По итогу, какой счет у нас? 16-4. Легчайшая победа для Secreted. Следующая игра какая у нас будет? Не знаю, сейчас скину. 2390 уходят забетонированный. Она правильно угадала. Как закрыть голосовалку? Помоги, пожалуйста, это. Предикшн. А, предикшн просто. Ну, ник у нее такой, чего вы смеетесь? Да я знаю, я понял, про кого ты говоришь. Отдельный салам забетонированный на трансляции.